Празднование Дня образования подразделения ОМОН начинается с торжественного построения. Отряд особого назначения дислоцируется на курорте уже 26 лет. За это время бойцы получили больше 80 государственных и ведомственных наград. И сегодня за образцовую службу лучшим сотрудникам присвоены очередные звания и вручены почетные грамоты. Сочинский отряд неоднократно выезжает в служебные командировки, участвует в спецоперациях по обезвреживанию преступников. Кроме того, бойцы принимают активное участие в общественной жизни города. Отряд является действительно щитом и надежным оплотом подразделения Росгвардии именно в сочинском регионе. И буквально уже сейчас завершилась подготовка, и мы приступаем, в том числе с участием отряда, который будет задействован в полном составе для подготовки к Кубку Конфедерации и последующим чемпионатам мира. В состав Росгвардии подразделение вошло в прошлом году и уже показало свою высокую эффективность, мужество и профессионализм. А самое главное, бойцы ОМОН служат достойным примером для подрастающего поколения. На постоянной основе проводятся уроки мужества, кадетские классы, школы, колледжи, институты. Ребята с большим удовольствием посещают нас, очень интересно рассказывают наши сотрудники, показывают оружие. Передают, может быть, сказать, начальный опыт военной службы. Некоторых заинтересовало. У нас ребята служат, которые начинали свою спортивную деятельность в патриотическом клубе «Гренадер». Несколько ребят выросли и уже служат у нас. В завершении праздника гости мероприятия познакомились с боевой техникой и оружием. Все желающие могли подержать в руках снайперские винтовки, пулеметы, гранатометы и сфотографироваться на БТРах и «Тигре», а также увидеть основные технические приемы работы бойцов на высоте и отведать солдатской каши из полевой кухни. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.